Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня предлагаю рецепт торта тирамису. Такой торт придется очень кстати во время масленичной недели. К яйцам добавляю сахар, соль, все размешиваю, вливаю молоко и начинаю подмешивать муку. Перемешиваю тесто до однородного состояния без комков. В самом конце добавляю 300 мл горячего эспрессо. Готовому тесту дам полчасика постоять. Перед тем, как жарить блины, я добавляю в тесто пару столовых ложек растительного масла и хорошо разогреваю сковороду или сковороды. Под первый блин сковородку я смажу, а дальше буду уже жарить на сухой. Сковороду разогревайте очень сильно. Когда края блинчика подсыхают, можно его переворачивать. Готовый снимаю. И таким же образом я жарю все остальные блинчики. Посмотрите, какой красивый цвет у этих блинов. Именно кофе с молоком. Я очень люблю тонкие блинчики. А какие ваши самые любимые блины, напишите в комментариях. Блины готовы. У меня получилось ровно 20 штук диаметром 22 сантиметра. Пока они остывают, я сделаю крем. К маскарпоне добавляю пудру. Вливаю сливки. У меня все из холодильника. И сначала все перемешиваю, а потом забиваю. Вот посмотрите на готовый крем. Вот такая консистенция. Если блины еще не остыли, можете пока поставить крем в холодильник. И осталось торт собрать. Ну, здесь ничего нового. Кладете блин и смазываете его кремом. Крем у меня закончился, три блинчика остались. Посыпаю сверху торт какао-порошком. И на этом мой блинный торт тирамису готов. Перед подачей лучше часок подержать его в холодильнике. Вот такой блинный торт у меня получился и обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Благодарю вас за просмотр, и если видео вам понравилось, ставьте лайк, комментируйте, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, если до сих пор еще не подписаны. А я желаю вам успехов во всех ваших начинаниях. До новых встреч! Кухонные фишки!